Привет, подписчики, с вами Миша Стряпа и Егор Мошкин. Привет, это подписчик! Савчик нашел. Что ты как-то не Пип-пип-пип. Видно? Не, ну так-то погодка более-менее стала. Дождь прошел. Тачка. Тачка. Там... Четвертый день первого цикла. Прошел неплохо. Состояние пока хорошее. Если смотреть в общем плане. А так, акклиматизация, как обычно, проходит. Состояние вяленькое. Мох, твое любимое слово. Димас уже там. Сейчас придем. И будем отдыхать, смотреть ютубчик. В инстаграме позалипаю немножко. Потом, когда пойду на ужин, засниму. Может, будет красивый закат. Я уже думал, карточку потерял, я просто в карман положил, а не в бак. Снимай. Да, я снимаю. Савчика снимаю. Савчик, снимай. Савчик любует. Сейчас идем на фуникулер, поедем наверх, там будем кататься на каких-то штучках, не знаю, как они называются, на рельсы, вниз будем съезжать. Обязательно это засниму. Увидимся в фуникулёре.
caught up in nothing, wasting your time in chasing stars. You live in the moment, carried away from who you are. Cause you're... Купили сачку, мороженое. Подошли к фуникулеру, а он оказался закрыт. Уже на 40 минут опоздали. Погуляем немножко. Здесь по парку и все. Да и отдыхать пойдем. Ой, капнул. Готов? Слойка 80. Да, это я. Да. Это ты? Это я Бучало. Не, я тебя сейчас найду. Здесь по-любому должен быть ты. Вот отвечаю. Не, это Мишаня. Чисто вот Мишаня. А, да. Больше похоже. Так, давай сюда. А, вон ты. Тотем. Твое тотемное животное. Вот это поворот. Дебил! Да, в руку? Да, ну, там нет, чай. Там чай. А я не буду? Чего нет? Скидывай. Просто вот как мы там к этим обращаемся, а потом не хватать будет вообще. Потом искать их будет. На этом сбор заканчивается сначала. Садимся в самолет.